Всем привет! Сегодня я хотела бы вам показать очередной сорт, очередную розу, которая растет в моем саду. Сорт известен как под названием Orient, Pullman Orient Express, но в Англии он продается как Love in Peace. Это американский сорт 2001 года. Цветок заявлен 14-15 сантиметров, и роза заявлена почти двухметровая. Ну вот я понимаю, потому что жизненная сила у розы огромная. Только вот срезала буквально побеги отцветшие, уже сразу же гонит новые. К дождю написано нету устойчивости, но я скажу так, цветы очень крепкие. Очень крепкие, и у меня цветы дождем не повреждаются. Здоровье у нее отличное, она у меня ничем не болела, но я делаю обработки. Вот роза, хочу показать, так она выгорает, сгорает на солнце, потому что у нас вот буквально прямо очень жесткое солнце несколько дней. И вот цветок через несколько дней становится таким белесым. Ну вот здесь молодой цветок, я даже, наверное, не достану, и он уже начинает подпекаться. Тоже зависит окраска от цвета, где-то больше красного, где-то больше желтого. Оставила вам цветок показать. Цветок стареет вот так. Я обычно такие цветы уже обрезаю, чтобы стимулировать формирование новых бутонов. Ну вот, да, выгорела она вся, но ничего не поделаешь. Розе третий год. Покажу вам сейчас ствол. Ствол уже больше, чем колышек, к которому она привязана. Жизненная сила у розы просто огромная. Вот это ее плюс. Плюс большие, огромные, яркие цветы. И минус – это отсутствие аромата. Вот такая красавица. Думайте, ее видно из любой точки сада. Очень большая, очень живучая, очень могучая роза. Всем спасибо!